Ассоциация автомобилистов России совместно с организацией «Зеленый город» проверили топливо на АЗС Чебоксары Новочебоксарска. Качество бензина и предоставляемых услуг – это два основных параметра проверки. Специалисты брали пробы двух видов топлива – дизельного и бензина марки АИ-95. В мониторинг включили 14 заправок. Анализ проводили по важнейшим показателям – это октановое число бензина, массовое содержание серы, фракционный состав, объемная доля бензола и общее загрязнение. Исследованием занималась Казанская испытательная лаборатория нефтехимических продуктов. Результат – пробы с 12 АЗС оказались в пределах нормы. А вот на других двух новочебоксарских Чуваши Ойл и Бест Ойл специалисты заправляться не рекомендуют. В их бензине высокое содержание серы и превышающий уровень объемной доли бензола. А это чревато снижением мощности двигателя и проблемами с его запуском.